Итак, привет, дружище, меня зовут Саша, а ты на канале Князь. Сегодня у нас битва замков, сегодня у нас выходит роллинг, это первый роллинг на моем канале после выхода обновления, так что усаживайся поудобнее, не забывай ставить лайки, подписываться, все как мы любим, точнее все как я люблю. Люблю вас байтить на какие-то телодвижения под этими видосами. Что же у нас получается? Пока у меня канал вылетает в какое-то крутое пике, никто не отменял роллинги, никто не отменял выбивание новых героев. Давайте посмотрим, на каком аккаунте мы находимся. Мы находимся на аккаунте с достаточно интересным, необычным ником. Ник все нах. Все нах. Я надеюсь, мы сегодня выбьем все нах. 23 тысячи самоцветов, но вы не спешите выключать видео. Здесь еще около 50, я как понимаю. О, тут еще и ништяки. Короче, на самом деле история тут достаточно прозаичная. Данный подписчик мой обратился ко мне уже давно с просьбой паролить героев, но была одна проблема. Эта проблема заключалась в том, что в принципе-то особо и некого было ролить. Переходим в судьбу, наблюдаем картину. Не хватает мастера рун. Но когда он ко мне обратился, не хватало только одного героя, и это герой Леди Божество. И, соответственно, какой роллинг, если у тебя есть все герои? Потому я сказал, обращайся после того, как выйдет обновление, вот, и как бы все тогда замутим, все сделаем по красоте и постараемся выбить нового героя. Касаемо нового героя, я не знаю, слышал отзывы от ребят, что очень дорого он достается. Кто-то там 300 тысяч самоцветов потратил, кто-то 170 тысяч самоцветов потратил. И как бы это не обнадеживает, но тем не менее будем надеяться, ребятушки, на лучшее. Если вы наберете много лайков, может быть даже сегодня или завтра, в зависимости от того, сколько лайков вы наберете, я выпущу видео. Да, там, где я буду ролить на своем аккаунте, а у меня-то там недостающих героев намного больше. Ну что, полетели, давай, мастер рун, приди большой и маленький, любой приди, хоть пьяный, не суть. А, кстати, надо гильдию прорекламировать, а, гильдия, Люди Икс, игрок находится в гильдии Люди Икс, набор от 600 тысяч сил, и писать в Телеграм, и посмотрите, сколько здесь людей, кому можно написать в Телеграме и вступить в гильдию Люди Икс. Гильдия Люди Икс, топовая гильдия, одна из самых старых, кстати говоря, вот у нас в игре, то есть старички. Вот. Это тоже прикольно, потому что в последнее время, знаете, многие гильдии теряются, пропадают, объединяются. И как бы вот конкретно таких старых вот гильдий, Люди Икс существовали еще тогда, когда я начинал играть. Так, закончились у нас места на складе, но тем не менее мы не заканчиваем ролить героя под названием Мастер Рун. Ледяной Феникс. Слушай, ну на самом деле неплохое начало, может быть Дракос. Череп, давай, мастер рун. Ну, если выбьем, то это чудо. Вот, давай, дружище, суккуб, тритон, ангел, кристаллический, душегуб. Слушай, давай все-таки места распаковывать, потому что что там? Рыцарь тьмы, мастер рун, приди. Давай, рыцарь тьмы, мастер рун, приди. Королева ос даже выпала, повелитель бури, кристаллический. Студенистый. Так, командора. Ну, первую часть самоцветов мы уже, ребят, почти потратили. И пока что мастером рун даже не пахнет. Хотя, ну вот, командора выпала, неплохой герой. Сноузила, хотел сказать, неплохой герой. Ледяной Феникс. Так, открываем вот эту вот штуку. Тут 50 тысяч самоцветов. Кстати, сколько? Дофига же, наверное, доната. А, слушай, не так уж и много на аккаунте доната, а силы. Силы, блин, на аккаунте там, не знаю, в 10 раз меньше доната, чем на моем, да, но силы как бы столько же. Космо, слушай, ну падает хорошо, но нужен мастер рун. Вместо космо мог выпасть мастер рун, давайте, если будем часто... Дама холода даже, вот, на моем основном аккаунте это недостающий герой, понимаешь? То есть, как бы, что тут можно сказать? То, что аккаунт не такой уж старый, потому что если бы этот аккаунт был старый, как мой, то вряд ли бы у него, как бы, такие успехи были за такое маленькое количество доната. Сейчас, конечно, немножечко обидненько на все это дело смотреть. Раньше ты там себе, малышник, тратил целую кучу денег, чтобы достать какого-то одного героя. Сейчас там, блин, не знаю, можно... Можно за небольшую сумму денег раскачаться так, что писька будет топорчком стоять. Ладно, 32 тысячи самоцветов осталось. И как бы, я не знаю, давай так как-то ништяки подкроем. Что у нас тут по ништякам? Ну, как-то, блин, жесткий герой.
Но как бы главное, что он все-таки может упасть. То есть людям он падает, потому что у меня, знаете, такая была фигня по типу этих рептилоидов, там, заговоров, то, что IGG такие сказали, ну вы-то там можете за самоцветы выбить. Но по факту героя получите только за донат. Но люди за самоцветы выбивают. Правда, за очень большие суммы, понимаете? В этом проблема. Так, слушай, что у нас со складом-то, а? Что у нас со складом и куда мы можем слить героев? Вот у нас алтарь. А, так, куда мы можем слить героев? Ну, куда-то же можем, хотя тут они, наверное, все... Тут, наверное, все на максимум раскачано, да? Да. Не, ну, слушай, что это? Давай тогда места открывать, ёлки-палки. Ну, что-то тут, конечно, вот это вот можно убрать вообще. Сказать до свидания. Можно еще, не знаю, зеленых героев по-быстрому продать. Давай ангела продаем. И когда-то начинали именно с таких вот зеленых героев играть. Помню, тогда там просто разрывал, ломал сервера алхимиком. Ломал сервер алхимиком. Так. Так, тут уже напродавали героев, немножко даже так, это мы не открываем. Вот это шо? О, тут ресурсов сейчас прилетит. Ну, книжек прилетит. Таланты эти, камушки для прокачки фракции, они-то особо не нужны. Ну-ка. Так, это мы открыли. Давай дальше. Тут еще целая куча ресурсов. Сейчас немножечко пооткрываем. Пойдем тогда дальше ролить. Пойдем дальше ролить. Слушай, завидую. Столько книжек. У меня что-то на аккаунте вообще вот уже где-то месяц, наверное, не донатил. Может быть, больше, и все. И аккаунт просто встал колом. Встал аккаунт колом. А я не знаю, вот что-то просто жалко в последнее время деньги кидать сюда. Просто жалко. Так, давай. Эмблемочки. Тут у нас что? Камушки. Мешок полярного лиса. Ну-ка, сколько мы выбьем за 10 мешков первого уровня? 37 осколков. Ну, допустим. Лучше бы там, конечно, осколки были леди божество. Но не суть. Так, места есть? Давай. Давай немножечко паролим, дружище. Так, 31 тысяча самоцветов. Мастер рун, приди, елки-палки. Я на тебя даже еще обзор не снимал. Вы там пишите, если у кого-то есть максимально прокачанный. Вот, может, сниму обзор, посмотрю вообще. Ну, по крайней мере, просто свои впечатления какие-то озвучу. В супер подробности вдаваться не буду. Да давай ты уж, где? Мастер рун, приди. Ну, да, вообще герои перестали падать. 23 тысячи, триант. Давай, ну, если выбьем, то будет чудо. Капитан Дрейк Ниндзя. Циклоп, стрелок, заклинательница, череп, малышник, фобос даже. Слушай, ну падают их, хорошо, герои, ну дай ты мастера рун. Королева ос второй раз падает, ну это... Оккультист, слушайте, сколько за этот роллинг хороших героев выпало. Но мастер рун почему-то не приходит, давай уже, дружище. Мастер рун, елки-палки. На что я могу надеяться на своем аккаунте? У меня там сколько? У меня там несчастных 40 тысяч самоцветов. Мне там реально надеяться не на что. Купидон и королева гарпий. Смерть. Мастер рун, приди. Последние 5 тысяч самоцветов. Купидон. Фея. Давай, чудо. Нам надо чудо. Мастер рун, приди. Герои сыпятся, но не те. Твою ж дивизию, ну. Сука. Хочется матюкаться, вспоминать чьих-то матерей. Ну, потому что, как бы, ситуация такая грустная. Но, с другой стороны, мы знали, на что мы подписывались. Потому что, ну, когда в игре такое огромнейшее количество героев, и тебе выбить одного недостающего, ну, это реально достаточно сложная задача. Ай-яй-яй-яй-яй, что у нас тут? Ну, давай почтим Зверского, Феникса, Катю. Да уж, печалька. Слушайте, кто выбивал мастера рун? Пожалуйста, напишите в комментариях.
А сколько самоцветов вы на это дело потратили? Не стесняемся, просто пишем в комментариях, и все у вас будет хорошо. А на этом все, я заканчиваю видео. Кто-то смотрел до конца, вы невероятнейшие красавчики. Кто поставил лайк, тот выиграет 5000 рублей где-нибудь в следующей жизни. Знаете, я еще не знаю. Там есть такие варианты, типа байта, я там на некоторых каналах видел, типа... Поставь лайк, и ты не умрешь. Давайте вариант. Тоже каких-нибудь накидайте. Вот вариков я буду использовать в видосах. Вам же, я уже удачи вам желал, ребят, наверное. Так что просто скажу вам спасибо и пока.